Вы знаете, отставка всего правительства, в том числе премьер-министра Дмитрия Медведева, мне кажется, маловероятной. Мне кажется, весьма вероятной отставка ряда министров, в частности, министров социального блока. Дискуссии в Госдуме и в Общественной палате показали, что претензий к министрам социального блока очень много. И указы Путина 7 мая не вполне выполняются. Я думаю, что это возможно, причем я думаю, что сам Дмитрий Медведев, возможно, приведет такую корректировку правительства, или Путин по просьбе Медведева в союзе с Медведевым. Потому что если такой отставки не произойдет ряда министров, тогда негатив от критики в адрес этих министров, он постепенно будет переходить уже на самого и Дмитрия Медведева, и немножко его топить. Там главная проблема у всех у них – чрезмерная коммерциализация. У нас прошла коммерциализация ЖКХ, создали частные управляющие компании, там, где нет конкуренции, получили частные монополии, которые задирают ужасно цены, не вкладывают ни в ремонт, ни в модернизацию, и превратились в главных врагов народа. Наверное, нельзя сегодня найти ни один дом многоквартирные, где не было конфликта с этими управляющими компаниями. То же самое, чрезмерная коммерциализация в образовании. Наши студенты платят слишком большие деньги, слишком много платят. Государство отказывается от своей обязанности. И ключевая, так сказать, наверное, вещь, такая очень образная, это отказ государства делать один из своих главных обязанностей – строить дороги. Это безумная идея частных дорог каких-то, все это фантазии, глупости о том, что кто-то что-то будет делать за государство. Государство обязано работать. Вот что говорят люди. И те, кто считает, что это не так, что это какой-то бизнес за них что-то там сделает, да, должны покинуть правительство.